Всем привет! С вами Барсук на канале Фортуна. Сегодня у нас слева Кощей 25К, справа Минолап Сафари. По просьбе двух кладоискателей с Чернигова Андрея, с Харькова Сергея, снимаю видеотест сравнения на их же настройках по рекомендации на вот тест на глубину на вот такие цели. Динарик тоже лемесный и скифский наконечник. Итак, что касается настроек, я думаю, кладоискателям тоже будет интересно. Посмотрим, что у нас делается. Релик. Отстройка от помех сделана. То есть режим реликвии. Дальше. Канал выбран. Трэш 26. Чуйка ручная на 20. Выходим. Поехали. Итак, начнем с кельта. Как видим, ритуальный, необычный. Так, 90 нет, 80 нет, 70 нет. Что-то зарычало, но это не сигнал. О, 60. Ну, 60 можно засчитать уже сигналом. Хотя четкий 55 и такие подергивания на 60. Ну так и будем и считать. Так, ложим здесь посерединке. Дальше берем лемесный динарий. Почти 30. Подергивание на 30. 28. Дальше берем скифский наконечник. Вот в таком положении. Десять сантиметров. Дальше динарик 22 сантиметра, серебро. Ну, для теста в грунте, чтобы было понятно. Ну, по настройках. Как видите, все сохранилось. Программа тоже. Идем с этой стороны, должно брать. От ударов тишина абсолютная. Обратка. Тоже впритык. Минус один черным. Теперь медленно. О! Ну, простреливает. С этой стороны такой сигнал я бы копал. Хотя попробуем на чистом. Может, это глюки какие-то? Нет. Все нормально. При медленной проводке. Хотя сейчас черный, но вот проскакивает цветной. Есть сигнал, можно копать с этой стороны. Быстро, медленно. Черный. Черный сигнал. Так, теперь Кощей. Вроде молчит, все тихо, помех нету. Так, катушка. Чуть-чуть подровняем. Вот так. Все вроде ровненько. А, по настройках. Кощей, порог 6, фильтр 2, ток 102 миллиампера. Ну, не знаю, важно, не важно. Итак, начнем с этой цели. Было 55 сантиметров нормального копаемого сигнала. На сафарике. Смотрим, что на Кощее. 65 нету. 60 прорывы. Нечетко. Ну, 67. В общем, аналогично 65 сантиметров. Разницы не вижу. Можно не спорить, в грунте мы этого не заметим. Дальше. Что касается лемесного динария. Ну, нечеткие. 31, 30, четкий сигнал.
2 сантиметра, тоже разница не супер ощутимая, все аналогично. Так что не могу сказать, кто лучше. Дальше. Это у нас скифский наконечник, вот в таком положении. Сафарик брал его на 10 сантиметров. Не, он здесь поярче. 15. 17 сантиметров. Здесь поярче. Так, попробуем теперь на динарик в грунте. Серебро. Дальше Кощей чистое место. Идем к цели. Скажу, четкий копаемый. С второй стороны. Черное цветное в одну сторону. Черное, черное, черное. В принципе, сигнал, ну не факт, что копаемый, наверное, такой я бы не копал. Вот, в принципе, что касается сравнения, ребят, которые просили, ну не знаю, в грунте показал разницу, не показал, хоть не на те цели, которые вы просили, у меня нету прикопанных целей, а свежеприкопанная цель, это немножко будет не то. Поэтому, не знаю, ваш спор, или же просто факты, которые интересны первому и второму, вы можете увидеть на этом видео и принять решение. Всем спасибо за внимание и до следующих встреч. Удачного копа!